более новых появлений граждан от несостоятельности застройщиков дорог долевого участия в Южном федеральном округе. Создали что, гарантийный фонд создали? Важным вопросом реализации намеченных в регионах дорожных карт считаю выработку жесткой позиции со стороны правоохранительных органов при осуществлении надзора и контроля за исполнением законодательства, регулирующего вопросы участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов. Здесь основные задачи предотвратить разные негативные ситуации на уж имеющихся проблемных объектах и, самое главное, не допустить подобных сценариев при наличии нового строительства подобных домов. Мы посмотрели на это количество домов, которые есть, по большому счету, и обманутых дольщиков, и эти горе-застройщики, и посчитали. На самом деле, вот то количество платежей, которые взяли в виде платы за долю, в идеале по каждому дому хватит не только этот дом достроить, но еще и сверху столько же этажей достроить. Но почему-то возникает ситуация, когда банкротом становится застройщик. Сегодня достаточно механизмов для того, чтобы мы жестко, ну, Владимир Васильевич, здесь надо жестко просто пресечь существующую практику, в том числе, понятно, считать, что мы даем взамен, чтобы ситуацию спасти. Мое предложение, почему я попросил, когда начнется уже судебное следствие, чтобы все-таки дела дошли до логического завершения и на самом деле те, кто виновен, понесли заслуженное наказание. Попрошу Владимир Николаевич к этому. Чтобы понять, что все деньги, которые собраны, не только...